Привет всем, с вами Ксюша. Сегодня у нас такой немножечко необычный ракурс. А все потому, что хочу показать вам мой любимый осенний макияж губ. Это такой градиент, переход от темного к очень светлому оттенку. Макияж лица у меня уже готов, не хватает только губ. И для того, чтобы сделать красивые губы, нам понадобится всего 3 продукта. Это бальзам для губ, любой, который вы любите. У меня это Ив Роше. Карандаш для глаз. То же самое, это Ив Роше. 0,8 бланк. И Sephora Lip Stain. Это 0,4 оттенок. Ну что, приступим. Итак, создается модный матовый эффект. Если вам не хватает глянца, можно добавить какой-нибудь блеск. Желательно прозрачный. У меня прозрачного блеска не оказалось. У меня есть вот такой вот Starlet от L'Etoile. Он с легким эффектом объема, хотя, если вы обратите внимание, и так губы кажутся гораздо более объемными, чем они есть на самом деле. Добавили блеска в центр губ, полностью всю поверхность закрашивать не следует. И мы получаем вот такой уже глянцевый эффект куклы Барби. Попробуйте, поэкспериментируйте, возможно, это то, что вам нужно. Спасибо, что были со мной. Пока!